Доброго утречка всем, друзья! Ну что ж, давно не было видосов на проекте Путь Шелли. Это тот проект, где я хочу поднять 14,5 тысяч кубков, и при этом у меня все персонажи должны быть новыми. И посмотрите, как интересно получается. На Шелли у меня сейчас 0 кубков. И совсем с недавних пор, когда добавили гаджеты в игру, теперь при выбитом гаджете и пассивке в том числе, персонаж будет подсвечиваться новым. И я Шелли сделал новой. Хотя такого в планах у меня до этого не было, конечно же. Я не мог предполагать. Смотрите, все персонажи... Ой, господи, я чуть не нажал на перса. Что-то подлагивает экран. Не знаю почему, но вот здесь в меню, где я листаю персов, немножко подлагивает. Смотрите, нету одной Сэнди. У меня все персонажи есть. И все они новые, ребят. То есть, если так посмотреть... Ух, мне показалось, что один не новый. Если так посмотреть, такое ощущение, что никто на этих персонажах не играл. И откуда-то 8000 кубков загадочные взялись. Но мы-то с вами знаем, как это все происходит, правильно? Ребят, пожалуйста, прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые. Ну и нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые выпуски. Сейчас я хочу открыть 3 мега ящика. И, возможно, вот эти ящики, которые у меня есть в меню. Кстати, осталось 5 минут до конца акции, я прям успел, реально. Ребят, очень прошу, если выпадет последняя Сэнди, я прям, я буду в шоке, потому что на этом аккаунте очень быстро все развивается, и, ну, только кроме кубков, по кубкам до 8000 как-то нормально, дальше застопорились. Короче, давайте я сейчас открою эти 3 мега ящика, и мы пойдем в бой. Шелли я предлагаю все так же оставлять на нуле трофеев. Вот, поэтому давайте соберем жетоны. Тут давно не заходил, сколько я не играл на пути Шелли. 6 дней, ребята, надо исправлять, надо исправлять. Пожалуйста, поставьте много лайков под роликом проект Путь Шелли, чтобы я чаще записывал здесь видосы. Просто не успеваю. Ну что ж, давайте открывать 3 мегабокса ради одной Сэнди. Я вас очень прошу, надеюсь, у меня все получится. Только подписка, только лайк спасет. Ну, поехали. Фух, ну что. Ой, не болейте. Поехали. Оп! 5 предметов. Ну, конечно, рассчитывать на то, что будет здесь 6 предметов, это, ну, прям надо максимальным оптимистом быть. Вот, но в любом случае хочется, конечно же, 3 мега ящика. Так, поехали. Еще один. 5. Знаете, что надо было? В последнюю секунду это все сделать. В последнюю секунду открыть ящик. Ну, когда остается одна секунда до конца акции. Хоп, и тоже 5 предметов. Ладненько. Да я на самом деле не вижу смысла тратить вот эти обычные боксы. Все равно Сэнди не выпадет. Это не знаю. Давайте посмотрим шанс. С этим шансом... Серьезно, я сейчас открываю с умным лицом. Сейчас выпадет Сэнди, а вдруг? Поставьте лайк. Какой лайк? Никакой лайк не спасет эту ситуацию. Блин, господи. Ладно, забейте. Я предлагаю сейчас пойти немножечко поднять кубки. Естественно, не на Шелли. Выбирайте перса, любого. Какого сказал? Окей. Джеки так Джеки, поехали в бой. Одиночное столкновение. Я думаю, что может даже жетончики пособираем сегодня. Понеслась, ребят. Я уж давно собираюсь постримить Путь Шелли. Ревзи, простите, кто ждет стрим этот. А чё я туплю? Я ведь Джеки, я ведь круче. Правда, я первый уровень, это маленькая проблемка, но... Но маленькая проблемка решается большим дамагом. Так. Вот. Никак не соберусь постримить Путь Шелли. Постоянно то основа, то еще что-то, то нету стримов. Но сейчас они вернутся. У меня просто страйк висел, и сейчас на основе, ну, там некоторые проблемы решаются. Я не могу сейчас каждый день... Не хочу каждый день стримить, там есть причины на это, но я думаю, что скоро все наладится, скоро все будет хорошо. Оп, оп, оп. Пойда, иди сюда, я с тобой еще не поговорил. Не поговорил. Ого, она что, фуловая? Откуда у нее щит? Месси, надо проверить. Что за дела? На самом деле, не так много осталось кубков, да, по сути. Если сейчас 8000, в принципе, можно за пару дней взять десятку. Ну, а там неделя и уже конец. И уже конец проекта. Кстати, на этих выходных, ребята, разыгрывается 2 моих предыдущих проекта Путь Шелли, где есть много легендарок. На одном проекте все легендарки. Вы спросите, зачем? Зачем тогда такой аккаунт разыгрывать? Там ведь все хорошо. Да, там все хорошо, только хорошо для обычного игрока. А для моего проекта там... Все нехорошо, там есть персонажи, которые не новые.
Поэтому я не могу там продолжать, но там все леги. И мне надо, конечно же, его кому-то отдать. Если ты хочешь забрать этот аккаунт, прямо сейчас подпишись на канал, подпишись в описании на ссылки, которые будут. Вот. И оставь комментарии под последней фотографией в Инстаграме и под последним видео на лайв-канале. Сегодня итоги, не пропусти. Такие аккаунты, ну, редко разыгрываются. Причем это мой личный аккаунт, который я создавал специально для этого, собственно говоря. То есть это не какой-то там купленный. Поэтому, блин, все легендарочки прям... И они все новые, представляете? На них практически никто не играл. Это классно получить. Всегда хочется подарок получать новым, да, не поюзанным. Хотя аккаунт-то поюзанный, да. Но в любом случае там кубка вообще понт. Поэтому, надеюсь, заберет тот, кто... Ого! Ого! Стопе! Ого! Та ты гля, уходим! Блин, как же я хочу гаджет на Джеке. А, ну у меня есть гаджет на основе. На этом аккаунте его не будет. Никогда. Ну, может быть, в конце проекта, когда мы всех прокачаем. Потому что у меня все персы первого уровня. Я не могу ни скины менять, ни персонажи. Оп, оп и оп. Топ-1, друзья. Да, надо возвращаться на Пучели, надо апать кубки, надо апать 9к и так далее, идти. Ну, мне надо запустить стрим, я вот так вот в офлайне не могу заставить себя часами сидеть апать трофеи, реально, ну вот не могу. Давайте еще одну каточку, чтобы закрепиться. Будет прикольно, реально, в конце, когда будет 14500 кубков, весь путь пройден, и при этом ни один персонаж... Все персонажи новые. Надо было еще, знаете, что, не собирать путь к славе. Ну тогда бы не все персы были. А моя цель была всех персов получить на проекте. Я почти эту цель достиг. Надо до 14500 кубков, до того момента, когда мы их хапнем, выбить Сэнди будет. Не знаю как, с таким шансом. Блин, я не знаю, не хочется много донатить. Но надо, это цель... Я думаю, что она... Может, какая-то акция будет. Кстати, реально, а что я туплю? Может, акция будет? Ну, по-моему, ближайшая акция будет с Леоном. Сейчас вот на Воробушка была, на Спайка была, на Сэнди не помню когда, но мне кажется, что сейчас будет на Леона. Я где-то такую инфу слышал, что скоро будет акция на Леона. Кстати, акция на Леона будет тоже разыграна на моем канале. Если не хочешь пропустить подобную акцию и получить ее бесплатно, ты знаешь, что надо делать. Просто я даже не хочу об этом говорить. Все мои олды, все мои подписчики, которые давно на меня подписаны, прекрасно знают, что надо сделать. Подписаться на Инстаграм, на лайв-канал, на холдик стрим и все, и участвовать очень легко. Никаких сложных. Давайте пойдем еще в геймграб, заберем жетоны, потому что сундуки надо фармить. Чтобы не донатить, надо фармить сундуки. Поехали. Так, кстати, в 3 на 3 тоже на Джеке очень весело играть, тем более на низких кубках. Сейчас вообще лохов повыносим. Без обид. А то некоторые обижаются, когда я агрюсь там или обзываю игроков. Все в научных целях. Полина, не бери! Сорян, Полина. 4 кристалла. Зашибись играть на 0 кубков. Вообще не чувствуешь. Зато как будет весело, где у меня будет 400 трофеев первым уровнем. Реально будет нехватка. Хотя на этом персе вообще не парюсь. Урон достаточно. Вот хп, да, может быть. Хотя нет, 5500, нифига. Ну, тут даже не хп. Урона хватает, хп хватает. Не хватает плюшек, которые даются на высоких уровнях. Тот же гаджет, та же пассивка. Ну, пассивка так себе, а вот гаджет, блин, ну тут ускорение вообще классное. Так. Еп. И, собственно говоря, как я и говорил, что ее пофиксят, да, скоро. Собственно, что и сбылось недавно. Джеки втройне пофиксили. Урон сделали меньше. Стоп. Атаку, там пауза между атаками увеличена была, гаджет пофиксили немножечко, но все равно наиграбельная. Так, аккуратненько, у нас что-то в магазине появилось.
Воу! Еще один супер-мега ящик. Ну давай, хоп, Лего оттуда. Да, конечно. Ладно. Короче, друзья. Такие дела. Что там новенькое? Не пойму. Что новенькое? Что-то новенькое подсвечивается, что не пойму. Скины, наверное. Так, аккуратненько берем обратно Шелли. Где ты, Шелли, родная? Где ты? Вот ты. На первом месте. Выбрать тебя. Все, Шелли у меня тоже теперь новая. Прекрасно, шикарно. Проект развивается, и все с ним хорошо. Не забывайте про него. А то меня спрашивают, что там с проектом? Опять запорол? Нет, все прекрасно. Все даже лучше, чем могло быть. Шелли теперь новая. Хотя, даже если я какого-то персонажа, получается, активирую, то можно выбить на него гаджет, прокачать до 7 уровня и опять его сделать новым. Но я не хочу такую процедуру проходить, но если вдруг, конечно же, так случится, то можно будет таким вот способом, как бы, исправить ошибку. Но я не хочу. Я хочу вот именно, чтобы все было идеально, как запланировано. Давайте, ребят, поддержите ролик лайкосом, подпиской. Всего хорошего, скоро увидимся. До новых встреч. Всем пока!